Всем привет! С вами Аликэт. Сегодня у нас будет как бы день или влог, ну что-то типа этого, вот с Анечкой. А также я покажу видео, может быть, в конце. Да, я покажу в конце, как прошел наш отрывочек из дня, когда мы ехали с Анечкой в магазин. Вот, я это снимала, и я покажу, как это пришло все. Вот. И для начала давайте будем... Сейчас, для начала я переодену нашу Анечку. Итак, вот шкаф. Да, вот так выглядит наш шкафчик. Вот. Обычно я стелю вот такую вот салфеточку под низ, когда я ее переодеваю, потому что я ее не на кровати переодеваю, а на здесь вот как бы вот. И чтобы было там потеплее, то холодно. Вот, и давайте начнем. Я сюда уже положила Анечку, и я уже сделала ей хвостики, потому что я... По второму разу этот клип снимаю. Второй. Вот. Такие вот хвостики. Мы уже расчесались хорошо. И сейчас последний штрих нашей прически. Это будет заколочка. Вот такая вот. Просто все волосы, которые не собрались в хвостик и сейчас мешаются просто на лбу, я соберу просто заколку. Вот таким образом. И вот все. Теперь мы полностью красивые. Вот такая заколочка. Она переливается. Она очень красивая. Ну вот. И сейчас мы будем чистить вот всякие штучки. Вот такой вот пачкой. Для начала ушки. Вот, все ушки вот мы почистим. Там надо, чтобы всякие штучки вот здесь вот так. Вот и все. И сейчас мы будем уже переодеваться. Сейчас я приготовлю костюм и покажу вам. А затем я буду его уже одевать на Анечку. Так, оденем мы на нашу Аню вот такой вот боди и колготки. Вот, я решила одеть колготки, потому что сейчас прохладно. Вот, на улице дождь идет, ветер сильный. Вот, какая-то совсем не весенняя погода, а просто какая-то осень, ноябрь, октябрь, и она очень холодная, дожди постоянно. Вот, и поэтому я одеваю такие теплые колготочки. Так, вот я переодела Аню. Вот так вот. Колготки, боди. И сейчас мы будем подбирать сосочку и зажим, который подходит под наш наряд. Вот здесь моя банка со всеми сосками и зажимами. Вот, и сейчас я думаю, вот... Какую лучше взять соску? Вот и зажим. Да, и кстати, пишите в комментариях, какая соска вам понравилась больше всего. Вот, у меня немного тут их. У меня всего 6 сосок. Обычная белая тут. Она куда-то у нас сейчас делась. А, нет, у меня 7 сосок. Вот такая вот. Такая и беленькая такая вот, которая шла вместе с куклой.
Вот, да, пишите в комментариях, какая сошка вам понравилась больше всего. Ну, а мне кажется, что сейчас под этот костюм нам подойдет вот такой вот наборчик. Вот и все готово. Вот такую сошку мы выбрали. Вот. И вот так вот мы переоделись. Вот. И на этом все. Сейчас я покажу видео о том, как вчера мы ехали. Вот. В машине. Вот. И пока что всем пока-пока. Ставьте пальчики вверх под этим видео, пишите комментарии, я буду очень рада. И подписывайтесь, самое главное, на мой канал. Всем большое спасибо за просмотр. Пока! Всем привет, с вами Аля Кэт. И сегодня у нас дневной влог с Аней. Вот, у меня уже было видео дневной влог Филеоне. Но я сегодня опять снимаю. И сейчас мы едем. Вот. И там дождь. Все в капельках. Вот. Тучи. И сейчас я расскажу, в чем одета Аня. На ней одета курточка, в которой она ко мне приехала. Такая розовая. Сегодня холодно, я ее делаю потеплее. Потом на ней наша новая шапочка белая, шарфик, боди с медвежатами, такие вот колготки и кроссовочки. Вот они. А мы решили старую соскодить, так как я захотела надеть. Вот наш яркий зеленый зажимчик. Поэтому одели старую. Ну вот и все. Вот, может быть, я продолжу. Мы сейчас в туннеле, поэтому сейчас немножко плохо видно. Вот. Может быть, я продолжу на улице. Может быть, я продолжу, когда мы будем возвращаться. А потом последний раз я сниму уже дома. Сейчас мы выйдем наконец из туннеля, потому что у нас тут темно-темно. Вот и плохо видно. Сейчас. И увидимся дальше. Мы продолжаем. Сейчас у нас Аня будет пить вот такой вот компотик. Продолжим.